Еще раз привет, мы сегодня продолжаем с вами доделывать медведя, и сегодня у нас будет вторая часть. Что мы делаем следующим шагом? Мы, естественно, открываем нашу с вами работу, которую мы делали, и мы сразу приступаем к тому, чтобы сделать новый слой. Мы с вами сделали новый слой, и если вдруг, например, у вас есть фон, то смотрите, чтобы этот слой был перед фоном и после медведя. Я пока что, кроме медведя, я все опять заблокирую для того, чтобы ничего не двигалось. Здесь я назову слой руки. Следующая часть это будет, конечно, сделать руки. У нас с вами есть пипетка, как мы помним, здесь еще кнопочка I, горячая клавиша. Мы с вами берем пипетку и забираем цвет, который вы выбрали окончательный, тогда, можно сказать, для плаща мишки. И теперь мы берем перо. Перо у нас находится, это у нас четвертое по счету кнопка в нашей панели, вот этой вот замечательной с инструментами, и когда мы нажимаем, нам нужно, чтобы у нас была вот прям кривизна. Как пользоваться, сказала, пером. Я на всякий случай сейчас еще раз заблокирую медведя. Здесь просто кликаем, получается, где-то вот прям в этой области кликаем один раз кривизной, дальше идем, уходим немножко сюда, дальше вниз, вверх, просто кликаем, ничего не тянем, вообще ничего не тянем. Потом так кликаем. И потом самое важное закрыть, то есть вернуться на то же самое место. Как исправить то, что у нас сейчас получилось? У нас рука совсем не рука, как вы понимаете, да, это вообще на руку не похоже. Поэтому мы сейчас будем это учиться тянуть, изменять и так далее. Поэтому самая верхняя кнопочка, которая у нас к концу или началу, одно и то же. Мы немножко пододвигаем, и когда два раза на нее кликаем, вы видите, что у нас происходит. У нас получается, мы можем, когда два раза кликаем мышкой на определенную точку, сделать ее острой. То есть у нас есть функция у пера. Когда мы сделали с вами фигуру, мы возьмем точку. Если нам не понравилось то, как точка лежит, если она слишком плавная, мы можем два раза кликнуть, и точка принимает вот такие вот формы, более, знаете, более точные. Поэтому здесь будет, мне кажется, намного лучше, если вы сначала попробуете сделать просто форму, которая вам нравится, а потом уже сможете из этого что-то выложить. И как раз-таки научитесь понимать, как вообще перо работает. Мы когда руку с вами выложили, я попробую сейчас еще до конца сделать то, как мне бы понравилось самой. Я пока что оставлю так, дальше я рисую вторую руку, вторая рука будет просто не сгибаемой, поэтому можно прям сразу опять отсюда рисовать вниз. Дальше то, что мы сделаем два небольших круга. Круги у нас будут такого же цвета, как и голова. Shift зажимаем, не забываем. Можно использовать O потом, если будет желание. Ну, естественно, O у нас будет изменять нашу форму, когда она будет хотя бы немножко вытянутой. Поэтому для начала вытянем форму, а потом уже O, если это нужно будет. Thank you.
Дальше нам нужно Мишке нашему нарисовать вот эти вот ботиночки. Даем новый слой, еще раз, ботинки. Наш главный оттенок будет, вот он у нас, I66D40. Главный оттенок у нас будет. Теперь нам нужно будет следующее. Нам нужно будет выстроить из нескольких фигур, общую такую, наложить на друг дружку форму. Например, первое у нас пойдет, это квадрат. Берем квадрат через горячую клавишу M или просто вот тут квадрат. Вот где-то такой. Дальше эллипс. Shift. Нажимаю. Ставлю прям вот на пересечение, где у нас серединка должна быть. Я ставлю здесь и вот прям вот рядом с нашим прямоугольником. Дальше. Нам нужен еще раз прямоугольник, но теперь будьте внимательны, потому что дальше нужно будет кое-что учесть. Смотрите, когда мы приближаемся, нужно обязательно приблизиться. Для этого мы используем клавишу Alt. Смотрите, нам нужно обязательно, чтобы у нас прямоугольник, у нас вот идет ровная линия, и чтобы эта линия вот прям ровно заходила за эллипс. Поэтому на пересечение нужно обязательно так вот подставить, чтобы у нас не было никаких вот отдельных уголков, которые вообще влазят или вот не доходят. Даже, например, если бы вот так поставили, то есть это было бы странно. Это уже не похоже на ботинки, это похоже на что-то другое. Поэтому ищем тот момент с пересечением и ставим прямо на уголочке. Дальше мы опять берем наш прямоугольник, только теперь нам нужно будет потом его сделать другого цвета. Но мы можем пока что использовать такой, какой есть. То есть нам главное сделать небольшую вот такую форму. И как вы видите, у нас здесь точки есть. Если вы точек не видите, если вы сделали слишком тоненькую прямоугольную линию, мы еще раз Alt используйтесь, приблизьтесь еще дополнительно и потом подкрутите на максимум, который возможно. Два раза кликаем здесь и ищем какой-нибудь цвет потемнее. То есть здесь так. Дальше самое важное — это взять опять наш выделенный фрагмент, то есть наш основной инструмент, которым мы пользуемся, выделить все. И дальше нам нужно будет выучить то, как работает у нас создание фигур. Это у нас такой инструмент, который объединяет несколько фигур в одну фигуру. Или же, например, убирает что-то, отрезает то, что нам не нужно. Поэтому здесь мы просто вот так вот проходимся. И еще раз. И Alt зажимаем теперь. То есть здесь все. Вот, пожалуйста, у нас с вами есть ботинки. Можно сделать, например, вот эту часть поменьше, если хочется. И для того, чтобы нам с вами сделать вот такие части, нам нужно кое-что обязательно учесть. Мы открываем слой, создаем новый слой, это обязательно, это первое, то, что нам нужно будет сделать. Второе, для того, чтобы создать такой блик, мы будем использовать перо. Но мы не можем использовать перо, пока у нас не заблокированы наши фигуры. Почему? Потому что когда мы захотим сделать, например, какой-то отблеск, да, или тень какую-то поставить, то если мы будем нажимать на круг, то увидите, что будет происходить. То есть цвет сразу поменяется, мы сразу переходим к контуру нашего эллипса. Мы тоже можем работать с контурами и изменять, если что, вдруг все формы здесь, поэтому на всякий случай просто блокируйте заранее. Делайте слой, и тут ничего такого не будет. Единственное, конечно, надо будет заново выбрать цвет. А так, то, что нам нужно будет тут сделать, это раз кликну, два кликну, три кликну. И обязательно, как вы помните, два раза щелчок. И потом, вот когда у нас остается здесь место, берем и просто подтягиваем. Я уже выставила ботинки, и выставила я его такие вот, вот таким вот образом. Вы можете выставить по-другому немного, если вы хотите, чтобы, например, лапы смотрели в разные стороны. Я удаляю ненужный слой. Это все совмещаю и заблокирую. И осталось только ноги здесь нарисовать для того, чтобы Мишка смотрелся хотя бы полноценно.
теперь мы с вами сделаем зонтик. Нам потребуется для начала новый слой. Назовем зонт. Возьмем цвет, который вам нравится. Я возьму цвет сапожек. Сделаем большущий эллипс. И теперь мы можем сделать эллипсы поменьше. Нам нужно это сделать. Но можем мы для того, чтобы было удобней, сделать другого цвета. Начинаем их выставлять посерединке на пересечении. Потом нам нужно выделить все наши эллипсы и сделать их менее круглыми, более сплюснутыми, для того, чтобы у нас у зонтика не было резких волн. Мы это сделали, мы можем вернуться, например, к цвету, который похож на зонтики. Если вы хотите, можете использовать все те же самые цвета и не париться. Это я просто запариваюсь. У меня, например, иногда не срабатывает то, чтобы я использовала как раз-таки инструмент создания фигур. Поэтому иногда приходится мне вот делать еще и прямоугольник. Очень-очень длинный. Поэтому здесь вот так. Потом я выбираю все, что мне нужно. Опять же, все так, как и с ботинками. Только немножко по-другому. Alt. И вот тут вот я начинаю просто все удалять. Смотрю для того, что... Смотрю еще, чтобы я лишнее не полно удаляла. Поэтому здесь все убираем. Где-то у нас будут вот такие вот части, которые нужно будет тоже удалить. Поэтому здесь внимательно. Если что, можно будет, мне кажется, еще раз пройтись прямоугольником. Это уже какое-то зверство. Я убираю блокировку слоев для того, чтобы мишку сделать поменьше, а зонтик побольше. У нас еще иногда бывает такое, что остаются контуры какие-то непонятные, то есть мелкие части, их можно просто поудалять. Главное, смотрите, кликайте на каждый контур и смотрите, что вы удаляете. Дальше мы зонтику делаем дополнительный слой. Слой будет внутри зонтики. Здесь мы будем делать эллипсы, очень много красненьких, более ярких или более темных, как вам понравится. Я сделаю чуть поменьше. Это будут у нас помпончики на краешке зонтика. Для того, чтобы, во-первых, и скрыть вот эти вот недочеты. И, во-вторых, как-то приукрасить иллюстрацию. Можно даже сначала не стараться все выравнивать, мы дальше можем просто шифтом все выделить, потом перейти в свойства и выравнивание. И тогда они все ровно встанут. Сразу два раза сюда кликну, потом сюда и параллельно.
И делаем потолще. Фон для начала. Опять работа со слоями. Я все заблокирую. Перед фоном опять сделаю эллипс. Предварительно еще уберу обводку. Заливку выберу цвет фона, но здесь немножко изменю его. На более спокойный, холодный. Опять беру эллипс, shift. Ставлю по центру. Что я могу здесь еще добавить? Я могу, например, добавить сюда полянку. И для того, чтобы мне прям форма была, ну прям у меня форма была подходящая, как поляна, ровная поверхность, мне нужно дублировать эллипс, который у нас здесь есть. Потому что сейчас вам покажу кое-что. Мы вот эти слои вместе выделяем. И вот здесь в обработке контуров у нас есть разные возможности того, как мы можем эти контуры обработать. Можем даже вырезать здесь дырку. Но, как вы понимаете, нам нужна с вами третья по счету обработка контуров. И просто сюда подставляем наш с вами эллипс. И вот медвежонок у нас стоит на полянке. Я думаю, что теперь мы с какими-то минимальными даже знаниями Adobe Illustrator, то, как работать с этой программой, вы сможете сюда добавить тех предметов, растений, может быть, даже капли дождика. Вы сможете сами сюда добавить и украсить, дополнить всю эту иллюстрацию самостоятельно. Это будет небольшое домашнее задание для вас и небольшая, естественно, тренировка. Я думаю, что без таких заданий будет намного и сложнее обучаться, потому что ты чаще будешь привыкать к тому, как будешь просто повторять все действия человека, который говорит с тобой через видео, но тебе нужно самому понемножку тоже тренироваться. Поэтому это небольшое задание для тебя, и оно только для того, чтобы улучшить твои навыки. Спасибо, то, что посмотрел видео, посмотрела видео. Не знаю, к сожалению, как обращаться. И надеюсь, то, что я получу какой-то комментарий от тебя, возможно, предложение для следующего видео. Может быть, у тебя будет классная идея для того, чтобы сделать действительно крутой рисунок, крутой проект. И я могу даже рассмотреть ваши идеи для того, чтобы эти проекты реализовать в жизни и показать, как я это делала. Собственно, всем спасибо за то, что были со мной, и до скорых встреч. Пока-пока!